Всем привет, друзья, с вами Вадим 2К Хаус. Ребеночков мы уложили спать. И идем играть в серьезные вещи, заниматься серьезными делами. Играем мы за орков ФФА на рыночной площади, Marketplace, самая знаменитая ФФА-карта. Одна из самых сбалансированных. Сразу со мной мои орки громко разговаривают. Мои орки громко плачут. Хорошо. Так, ну и разведка, соответственно. С удовольствием. Специфика этой карты в том, что нету экспандов абсолютно... Нужно золото. Хорошо. Прям вот на 100% абсолютно свободных ваших. Хорошо. То есть... Нужно золото. Хотя нет, все равно. Пойдем барак построим, наверное, готов будем крепиться. Да-да. То есть, смотрите, есть экспанд между мной и вот этим человеком, есть экспанд между ним и этим человеком, есть экспанд между мной и этим человеком. Готов. Давайте, знаете, вот после постройки логова вот здесь вот разведаем, а потом вернемся обратно. Делай. Просто посмотрим, что там, как там. Нам надо выяснить более слабого оппонента. То есть, карта основана на том, что конфликты, скорее всего, будут. Конфликты готов за нычки. Потому что нычек по центру всего 9, а игроков... всего. А, хотя, подождите, что-то запутался. Нет, в принципе, нычек-то больше, чем людей, но просто каждая нычка, нельзя сказать, что она именно под одного какого-то конкретного человека. Так, что-то я рабов не строю, это плохо. То есть каждая нычка все равно между кем-то, а не принадлежит. Да я уже, блин, 20 раз это уже сказал, ладно, хватит. Довольно поздно, поэтому я не обещаю хорошо контролить. Я буду нубить. Ну, я, понятно, буду стараться, как могу. Как старичок Хаос может. Так, о, здесь какой-то странный андед. Два зиккурата впереди. Наверное, этот пацан и будет нашим оппонентом. Так, уже логово просит построить. А что это? Зачем? Нет логова? А если найду? Так, и что, здесь хуман какой-то? Ну, хуман и хуман, в общем-то. Так, ладно. Что-то я прям с разведочкой играю, как в лучших домах Европы. Логово построить довольно не скоро. Так, ну что, идем на зеленую точку, которая вот здесь вот. Хороший выбор. Нас атакуют. Чего хочешь? Так, хуман пошел зачищать. Ой, ее простая. Здесь зеленая точка непростая. Хороший выбор. Не простая, а золотая. Ну что, Магас строится, Грантос. Начнется сейчас строиться. Конечно, хорошо бы и хуманам мешать нычки ставить. Даже не знаю, хуманам если мешать, конечно, можно очень клево сделать. Но, во-первых, вы наживете врагов, а во-вторых, может у вас ни черта не получится. Так, ну что, рабочих у меня довольно много. Не, давайте еще одного построим. Так, затариваемся. Моя жизнь принадлежит орде. Да. Забираем пока еще одну зеленую точку. Ну, а потом с тремя грантами идем чистить. Так, здесь делаем грейд. Уже забрали? Да ладно, андед-то не нуб получается. Слушаюсь и повинуюсь. Так, здесь мы проходим, такие бачком-бачком, такие типа мы ни при чем. Слушаюсь и повинуюсь. Лол, а андед-то все крипит? А, лол, это просто... Лол, ночь. Разбойники спрятались. Что ли? Хотя там-то... Да, по идее, просто я точку не разбудил, лол. Я-то думал, что за странный чел, который крепится дико. Надо было, наверное, грабеж изучить. О, книга ловкости. Артефакты мне выпадают превосходные. Так, все, отстаньте от него. Так, ну что ж, наша цель сейчас поставить нычку. Ставим ее между собой и андедом. Через верх обходим, потому что у нас грант хиляется, нам сейчас стычки ни к чему. Строим лесопилку.
Строим логово. Что прикажете? Так, сразу грантов сюда ведем, а хилку еще одну возьмем, потому что хилка нам понадобится. Так, отлично. Все, идем сюда и заодно раба одного себе кого-нибудь возьмем. Чего в рабство. Хочешь? Что прикажете? Да, да, того грантоса неплохо побили. Хороший выбор. Ой-ой. Он что, уже здесь закрепил, что ли? Банзай! Да ладно. Хороший выбор. Вот это неплохо. Карада! Хотя он гулей потерял. Одного. Слушаюсь и повинуюсь. Ну что ж, моя цель драться за эту нычку. Вообще желательно его выкурить отсюда. Да. Слушаюсь. Так, давайте посмотрим. Разведку боем сюда проведем. Нужно золото. Еще одного грантоса золото. Закажем. Нужно золото. Нужно золото. Нужно золото. Да, повелитель. Что здесь у нас? О, можно подраться. Что прикажете? Дело сделано. Конечно, не очень правильно так драться. Да блин, руби уже. Ну, Блейд, ты боец, конечно. Ну, не знаю, рискую я. Зря, может быть. Ух ты, сапоги скорохода, это отлично. Слушаюсь и повинуюсь. Так. Отлично. У себя тоже было бы неплохо. Третий левел, все дела. Низ. Давайте сходим сюда. Под невидимостью вы тут хиляйтесь. О, застрял, что ли? Лол. Придется магаз заменить. Чего прикажешь? Че надо, хозяин? Да-да. Прикажете? Шодиска. Хороший выбор. Слушаюсь. Так, ну что, надо щемануть, что ли, андеда? Одну нычку я оставлю. Хороший выбор. Давайте щеманем андеда. Слушаюсь и повинуюсь. Да, повелитель. Потому что у меня есть 4 гранта, они мне не очень нужны. Заказываем шадоухантера. Да. Хороший выбор. Шодиска. Наш город на поле. Слушаюсь и повинуюсь. Давайте вырежем ему здесь все, что движется. Отменил. Вроде. Ну, вырезаем ему всю базу нафиг. То есть он, конечно, отменил мне экспант, но у него все похуже, мне кажется. Он какой-то очень пассивный парень. Это у нас почти магазин сломал. Что прикажете? Да, повелитель. Дело сделано. Блин, логов нет ни черта. Я думал, база-то построится. База не очень хочет строиться, к сожалению. Какой-то вообще парень дикий, он ничего не делает. Вот, пришел он. Хороший выбор. Чего прикажешь? А фоксить-то он умеет. Да, повелитель. Лол. Просто выносит моих пацанов. Что прикажете? Да блин, что ты его блочишь-то? Поскакали. Хороший выбор. Так, отлично. Во. Магаз теперь у меня здесь. Блин, как я базу-то криво построил. Строим виверн. Дело сделано. Что прикажете? Строим две базы сейчас сразу, потому что без базы... Блин, даже на хилке не хватает. Лол. У меня драка прям под базой. Да. Шодиска. Да. Хороший выбор. Слушаюсь и повинуюсь. Дикий андед. Смотрите, куда он ко мне пришел прям. Будь исполнен. Иду. О. Да, повелитель. Что приказа? Да лол. Что прикажете? Отлично, здесь еще... Да. У меня какое-то вообще место встречи на базе. Блин, зря я героя, конечно, потерял. Место встречи на базе.
Жалко, что вот сейчас второй герой бы опыта получил нормальненько так. Да. Слушаюсь и повинуюсь. Хороший выбор. Да. Шодиска. Хороший выбор. Шодиска. К полету что прикажете? Слушаюсь и повинуюсь. Так, ну отлично. Четвертый левел получили. Трепещите, враги. Герои все здесь. Так, плейер 8, грейфап, отлично. Так, давай так. И хилочка нужна. Так, ты хиляй. Так, так, так. Найс. 4 виверны. Все, пора строить. Пора строить базу. Да блин. Так, ладно, иди сюда. Плейер 8, грейфап, не 9. 9, то есть все еще держится. Делаем грейд, да. Делаем шаманницу. Да-да. Что прикажете? Ну, этот вроде сдался. Да, неплохо, у меня рядом с базой трое человек подрались. Ще огонь. Что прикажете? Хорошо, что пришел еще один этот чел, а то было бы вообще все не очень хорошо. Чего хочешь? Хорошо. Что прикажете? Хороший так, выбор. Все, добиваем андеда, он да. Мясной. Да. Да-да. Блин, виверны-то, конечно, пошли по кратчайшему. Надо, так, как там Х? А, Х здесь. Здесь все-таки Х. Хорошо. Да. Да-да. Так, ну все, сейчас у меня есть ударная сила. Шодиска. Хороший выбор. Карада! Пацанам здесь неплохо нахарасили. Он тоже наша будущая нычка. Хотя лучше, знаете, сразу у него построиться. Он сейчас скоро выйдет, надеюсь. Хотя здесь тоже можно, видите, построиться. О, отлично, он сдался. Давайте, знаете, не будем здесь ничего строить, потому что мало ли что. Лучше здесь построить. Здесь еще 12 тысяч есть. Что прикажете? Это сейчас снесем. Это тоже снесем. Делаем тир 3. Делаем второй грейд на виверн. Это отлично. Хороший выбор. Можно... Так и не понял, здесь опыт все-таки прибавляется за убитых? Что да, получается, прибавляется. Карада! Ну, в оригинальном варике прибавляется. Что прикажете? Ну, я думал, что на этих что картах что-то поменяли, но оказывается нет. Так, идем сейчас на красную выбор. Точку. Чего да лоб, чувак, что ты такой да, боевой-то? Чего хочешь? Отлично, да. Устроим здесь базу. Идем чистить слушаюсь красную точку. Так. Что прикажете? Нет, сначала вот этих лучников, они очень больно дамажут. В овечку превратили Грантоса. Криты. Эта точка чистится довольно просто. В отличие от рыцаря, который под неуязвимостью. Когти плюс 15! Это идеальный айтем. Так, ну что же. Надо собирать побольше золота. Исследование завершено. Да, повелитель. Слушаюсь и повинуюсь. Так. Шодиска. Давайте здесь... Слушаюсь и повинуюсь. О, еще одна точка, это ту, которую я не заметил. Так, ну что? Строим здесь что челов. Нет, зря я Грантоса хилил. О, книга опыта. Сейчас. Да. Так. Выбор. Пешком дойдем. Угу. Чего хочешь? Что прикажете? Слушаюсь и повинуюсь. Хороший блин, я могу пешком не дойти такими темпами. Шодиска. Слушаюсь и повинуюсь. Да брать мой клинок. Да.
Вырезаем мы героя. Базу отдефали. Что прикажете? Хороший выбор. Да лол, как ты увидел-то? Я под невидимостью был. Бежим, 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 не отстаем. Отлично. Покарали, пацана, виверна, нет. Да лол, 69 дамаги снес ей. Ну ладно, пофиг, не все равно лимит освобождать надо было. Так, ты лечи у нас. Еще один раб здесь нужен. Здесь переводим трех рабов. О, он сдался. Отлично. 11 сдался. Какая-то массовая. Не слушаются они заветов океана Эльзы. Так. Сдаются они без боя. Так. Ну что, давайте сделаем вот так вот, во-первых. Во-вторых, строим Таурена. Так, ты так, ты так. Остальные хиляемся. Так. Ну что же, делаем грейды, достраиваем еще рабочих, делаем вот так вот, делаем вот так вот. Что прикажете? Достраиваем рабочего. Так, понять бы, откуда этот голубой пришел. Да, повелитель, хороший выбор. Да, хороший. Давайте выбор. Походим немного. Ой. Смотрите, какой боевой пацан. Наша цель паладин, хоть он и справедливый. И, возможно, это могут назвать битвой со справедливостью, но... Так, а нет, штомп, штомп. Что прикажете? Слушаюсь и повинуюсь. Так, бежим. Хороший выбор. Да, карда! Да лол. Да, знахаря. Хороший выбор. Дело сделано. Так, фортификацию изучаем. И дерева нет, ни черта. Так, телепорт. Да. Манку регейн. Да. Сферу обязательно. Так. Сюда. Хилочки покупай. Что прикажете? Так, отстань, 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 не агри его, и так тут хватает. Повелитель. Так, видите, сильные хуманы здесь у нас есть. Так, ты все регенишь, да? Хочешь. Так, подождите. Хватит. Хотя надо выходить из лимита. Так, давайте, ладно. Блин, дерева ни черта нету. Уф. Надо, блин, выходить из лимита. Что делать? Коней мы, конечно, вообще резво выщелкиваем. Я, как вы помните по видосам, я не очень люблю убивать героев вражеских, но, то есть, предпочитаю сражаться с армией, там, ауешки всякие и так далее, но... Да, прикольно, я сейчас три базы добываю, в общем-то, с 50 лимита, но это долго продолжаться не может, конечно. Давайте достроим еще одного рабочего здесь. 6 сдался. Кто такое 6? Может быть, это зритель обычный. Дело сделано! Нам бы разведать как-нибудь. Где наш этот пацан? Чем давайте. Пацан походит у нас и глаза поставит. Сюда. Потом shift. Сюда. Потом shift. Сюда. Потом shift. Сюда. О, отлично. Я наконец-таки это использую. Так. Все-таки грейд нам фортификацию нужен, к сожалению. Ух ты, этот чел, которого я щеманул частично. Дерется. Ну что, наша цель да, щелкнуть паладина за время неуязвимости да. его. Кто на очереди? Да отстань ты от него. Он в мирных целях ходит. Так, ну что, давайте выходим из лимита, деремся.
Так, ну что здесь, грифоны? Блин, они сидят в полтиннике, но что мы подеремся все-таки с ними. Готов, крал. Где враг? Так. С кого начнем? С удовольствием. Я готов. Все-таки надо неуязвимости всякие купить. Так. 150. Но отравление слишком важно. Охранят меня мои предки. Так. Где мой разведчик-то? Разведчик так и не завершил подвиг разведчика и умер, что ли? Так, вот он у нас Фиол. Фиола всякие хавки. Вот мне с Фиолом бы подраться, мне кажется, он наиболее слабый здесь. Ну что? Давайте дойдем до магаза, купим всяких свиточков. Пока хавков не так много, можно, в общем-то, и верно. Виверна хорошо, что они фокусят неплохо. У них атака высокая. Выбирай сумму. К полету готов. Да, повелитель. Здравствуй. Что прикажете? Да, повелитель. Так, ну что, давайте с Фиолом подеремся. Выбор. Да. Слушаюсь и повинуюсь. Подеремся с Фиолом и захватим верх. Потихонечку. Угу. Да, прикажете. Хороший выбор. Карада! Что приказали? Что прикажете? Слушаюсь и повинуюсь. Да, повелитель. Да. Отлично. Слушаюсь и повинуюсь. Так, у тебя есть еще хилялки? Ну, мы не очень много потеряли, а точнее ничего. Что прикажете? Где враг? Да. Что прикажете? Что прикажете? Ну, можно все-таки контролить да. Получше, конечно. Слушаюсь и повинуюсь. Поопределенней, скажем так. А да. То я бил все подряд. Слушаюсь и повинуюсь. Да. Слушаюсь и повинуюсь. А вот, в общем-то, и причина. Ой, блин, я чуть своего героя не убил. Что прикажете? Нас атакуют. Банзай! Да, блин, этот чел, я его спасаю, главное. А он не дал неблагодарный. Банзай! Нас атакуют, жду приказаний. За наших предков. Что прикажете? Да. Направь мой клинок. Чем могу быть полезен? Ну, вот гады, а? Карада! Где враг? Отлично. Да. Слушаюсь и повинуюсь. Что приказа? Что прикажете? Вот это месиво, а? Нас атакуют. Направь мой клинок. Да, повелитель. Давайте это вырежем. Жду приказа. С удовольствием. Что прикажете? Слушаюсь и повинуюсь. Так, все, пацаны, валим. Как это свалил. Эд сдох. Ну ничего, неплохо разменялся тут. Снова в полтиннике. Налогов не плачу. К сожалению, надо выходить что из этого самого полтинника пресловутого. Охранят меня мои предки. Мой клинок. Будет исполнено. Что ну, странный пацан, что он держал мою виверну. Вроде как я пришел на базу, этим очень сильно ему помог. Так, ну что, надо, короче, что похоже, вот здесь вот ничего особо нет. Так что надо его захватить, этот трудник. Надо походить, поразведывать. Сделаю. Кто вообще там остался особо? Надо еще построить двух рабочих. Надо воскрешать все-таки героя. Минотосов. Шаманусов. Всякие такие штуки. Вот, все, пошло. Пошел икшон. Так, ты вот этого подлечи.
Плеер 5 сдался. Фиол сдался, короче. Ну что, построим здесь базу, что ли? Посмотрим, что здесь как. Прикажете. Так, ну что, верно, особо строить больше нельзя. Надо построить несколько бетов. Да, грейдов, грейды называется по делу. Так, тебе нужно обязательно ману. Тебе такую ману. Что хранят от меня мои предки? И обязательно хилку. Что нужно? Так, что там? Разведка докладывает. Чего хочешь? Все, видите, я грейдов поделал, поэтому дерева мало. Надеюсь, потом будет получше. Так, здесь какой-то андед странный. Исследование за... Так, что тут? Красный андед, да? Красный андед еще не добывал, к сожалению. Да-да. Он добывает здесь на халяву. Хорошо. Хорошо. Ну, точнее, не очень хорошо, но... План. Понял. Да, повелитель. Что прикажете? Исследование завершено. Я это... Ух, андед. Да, повелитель. Андед-то расплодился, но, к сожалению... О! Да? Некроманты, драконы, ёпарасы-то. Некроманты для ярости драконов. Хороший выбор. Ух, опасно. Но. Да, андеда много. Я базу не там строю. Чего хочешь? Сейчас все-таки надо вот здесь вот базу воткнуть. Да-да. Orange stop, I'm fighting. Без red. Что прикажете? Да. Слушаюсь. Так, отлично. Давайте сейчас тогда красного пока щеманем. Хороший выбор. Че такое? Так, выйдем немного из лимита. Постройте логово. Да, не можем выйти из лимита, отлично. Знахаря вызывали. Здесь нельзя строить. Сделаю. Нужна древесина. Слушаюсь и повинуюсь. Так, идем, проходим через магазинчик. Хороший выбор. Наша цель выфокусить ДК. Конечно, это очень задолбно. Но... Ой, лол, тут магазин не закреплен. Шодиска. Может, красная точка тоже не закреплена? Ну-ка. Что такое? Ну-ка, парень, слетай. Круто. Нет, к сожалению, закреплено. Так, подходи. Друг, не стесняйся. Наш рудник скоро иссякнет. Дело сделано. Дело сделано. Видите, ты где ты? Да, а, ты вообще не здесь? Найс. Что прикажете? Хороший выбор. Чё, командир? Вам нужна моя помощь? Что прикажете? Шодиска. Чего желаете? А, хороший. Так, 83 лимита, нам нужно как можно скорее подраться. Харада! Давайте вот 10 все снесем нафиг. Хороший выбор. Слушаю. Да, повелитель. О, пятый уровень, отлично. Что прикажете? Нас атакуют. Да. О, Эльвис какой-то. Отдай. Кстати, осталось 4 раза, прикольно. Слушаюсь и повинуюсь. Да. Дело сделано. Что прикажете? Хороший выбор. Слушаюсь и повинуюсь. Дело сделано. Ладно, давайте. Что прикажете? Говори, вождь. Что прикажете? Я прилетел. Враг у них. Давайте мы здесь все вырежем вивернами. Только вперед. Блин, плохо, что у меня... Что прикажете? Лимита. Кривое число. Прикажете. Так, ну что, давайте выбор. По центру подеремся с кем-нибудь. Слушаюсь и повинуюсь. Че такое? Че, командир? Да, повелитель. Да.
Дело сделано. Хороший выбор. Да. Попробуем подраться с кем-нибудь. На наш город напали. О, оранжевый. Круто. Раз атакуют, что прикажете? Басу. Что приказа? Что будем жечь? Кто на очереди? Где враг? Чудогой. Да, перейдите. Золотой рудник обрушился. Алло. Что приказа? Что прикажете? Да. С кого начнем? Что прикажете? Да, перейдите. Да сдохни ты уже. Я готов. Да. Да блин. И повинуюсь. Банзай. Да брать мой клинок. Что прикажете? Шодыска. Хороший выбор. Уф. Шодыска. Слушаюсь и повинуюсь. Рычат стой какой-то, никто не умирает у него. Слушаюсь и повинуюсь. Да лол, здесь в итоге молоток я словил. Я не знаю, блин, я пытался фокусить, но что-то как-то нету, не было концепции моей игры. Где враг? Надо в юнитов, короче, фокусить, потому что героев задолбаешься фокусить. Они все-таки поймали. Ой, наш город напали. Не знаю, кто там. Тиминг? Woman killed my expo. Now. Second. Он, короче, самый здесь сильный. Блин, у него паладин, я помню, еще недавно первый был. Сейчас уже пятый. Его убить нереально. Так, эти челы у нас пусть сюда отправятся. Здесь мы не будем строить больше никого. Зато сидим в лимите. Дерева нету. Грейдов нету. Скоро там герой-то построится. Ой, лол. Он идет ко мне. А, алтарь впереди. Так, human now. Приказывай. Нас атакуют. My base. Не, ну жопа походу мне. 8000 голды, умираю богатым. Надеюсь, что сейчас-то его разубедят со мной драться. Блин, была хорошая армия. Видите? Нас атакуют, ступаю. Да какой он... Наркоманы, блин, какой он ми. Убивайте Хумана. Хуман здесь выиграет. Хуман хорошо контролит. Контроль решает очень сильно. Он побеждает. Просто грифонами дешевыми, блин. Я пытался чертова архимага убить. Паладин его хиляет на всех хп, блин. Здесь еще что-то меня атаковало. Вынужден эвакуироваться с собственной базы. Ну я, конечно, могу построить войска, но, блин, что это мне даст? Исследование завершено. Хуман. Да, походу, мои дешевые манипуляции не работают. А почему не заказываются чуваки? А, не потому что не на С, а на Б. Отлично. Взываю к силам ветра, земли и огня. Да, что-то Хумана вообще никто не трогает. А лучше было бы против него объединиться. Понял. Что ж, как больно-то, а? От меня мои бред. Да, ты тут вообще, конечно, хранитель. Я прилетел. Прикольно, три вертолета сбил. Просто... Я враги. Великий летчик. Короче, надо фокусить грифонов, похоже. Больше, больше бэтрайдеров нужно. Нас атакуют. Так, ну что, заказываем героя здесь.
как бы Хуман-то меня уничтожает. Чем могу помочь? Ой, лол, не то. А, какой, понял. Блин, место очищения. Что будем жечь? Приказывай. Эти там друг с другом разбираются. Дерева нет. Стой. Что надо, хозяин? Дерево бы мне. А, я даже не знаю, блин. Я вроде как... Блин, включил мышки. Я вроде как не сдаюсь, но... Шансов выиграть у меня маловато, скажем так. Здесь чертовы. Так, есть у меня какая-нибудь регенилка? О, отлично. Будет исполнено. Шаман. Что прикажете? Да, вождь. Готов скалывать. Не хватает мудрые маты. Слова. Да уходим, уходим, друг. Да. Да. Эссу. Нас атакуют. На. Хороший готов выбор. Манны нет. Черта нет. Чем могу быть полезен? Что прикажете? Короче, надо было с Хуманом, получается, слушай, драться изначально, не тратить время на Андеда. О, сейчас вертолетик подрежут. Хорда! Блин, он замечает их, смотрите, я еще даже атаковать их не начал, он заметил. Что прикажете? Будет исполнено. Вот здесь спрячусь. Да. Хороший выбор. Не, вот тема с паладином, конечно, она бесит. Прокачанный паладин. Я правда не знаю, на ком он умудрился прокачать так хорошо паладина. Но прокачанный паладин решает, конечно. Давай, давай. Понял. Здесь у меня дерево рубит. Что прикажете? Да. Солдатка. Пойдем рабов порежу, что ли? Блин, он база за базой меня уничтожает. Хоть бы кто почесался, он же героев-то прокачивает. Нас атакуют. Да, повелитель. Банзай! Да, наш город напали. Что прикажете? Всем пофиг вообще. Карада! Да, будет мастер, у нас, конечно, зверь. Хороший выбор. Да. Солнышко. Оранж и Стронг. Да ладно. Да, дошло, что ли, пацаны? Да. Вырежу этих, что ли. Солнышко. Хороший выбор. Ну вот и получайте. И повинуюсь. Да. Слушаюсь и повинуюсь. Вот и получайте. Что прикажете? Да я тебе одного некроманта убил, чел, это все, что ли? И повинуюсь. Хороший тебя сейчас этот вообще уничтожит. Я тебя одного некроманта убил. Вертолеты же с просветкой, ну я не очень себе же. О, тень заодно убили. Пойду, короче, кого-нибудь убью. Так, мне нужен магаз. Чего хочешь? Вот здесь вот, чтобы снизу можно было приходить. Да ладно, не успел. Слушаюсь и повинуюсь. Паукан больный. Хороший выбор. Пойду здесь его похорошу. Короче, все, буду злым, плохим, бесполезным. Но я все равно сейчас мало чего могу сделать. Ну, выиграть мне будет очень сложно, поэтому я буду вот такими вот делами заниматься. Почему бы и нет? У меня герой сильный. Он может резать. Хороший выбор. Солдатка. Слушаюсь и повинуюсь. Ой, а я-то убежал, пацаны. Хороший правда, там выбор. Чертовы вертолеты, боюсь, меня покарают. Слушаюсь и повинуюсь. Нас атакуют. Да лол. Наш герой мертв. Эх, наш герой сдох. Ч
Это в домах тут спрятались, смотрите. Ну, я так и знал, что вертолет меня покарает, в общем-то, но хилки у меня не было все равно. Так, ну что, база... У меня 10 тысяч золота, пацаны, может быть, отстро... А, у меня базу грейдить не надо. Она у меня и так нормальная. Так, ну что, наша цель, отстраиваем армию для этого. Строим несколько рабочих здесь. Строим несколько рабочих здесь для добычи дерева. Нет, точнее, даже, знаете, всех, всех на дерево, а новых на золото. Делаем так. Блин, боюсь, правда, меня сейчас оранжевый найдет. Ну пофиг. Строим героя. Логова нету. Забейте. Здесь построить нельзя, только на траве. I cried to help me. He just killed 4 my base. Готов вкалывать. Ну так молодцы, что дрались друг с другом. Это очень меня волнует. Я сейчас, я посвящу свою жизнь ломанию их судьбы. Таурен мне зачем-то? Че он тут 3-го левела? Мало что может. Ну Блейдмастер зато может нахарасить. Надо только купить. А, вон магазин у меня есть. Все хорошо. Ща мы и оранжевого. Ну да, оранжевого убить было бы неплохо. Но на самом деле мне можно как-то и самому отстроиться. То есть, во-первых, почему бы мне не построить базу? Сколько стоит, кстати? О, 185, изи. Что прикажете? Так, укладываем. Так. Обрушился? Да ладно. Блин, да это плохие новости. Так, ну что, мы идем. Ставим базу здесь. Почему бы и нет? Хороший выбор. Правильно. Да. Идем добывать. Дело сделано. Что надо? Здесь рубим дерево. Вот он, драка. Сейчас вмешаемся. Выбор. Слушаюсь и повинуюсь. Коню немножечко поможем. Рубим коня. Заставляем его телепортироваться. Хороший выбор. Да. Слушаюсь и повинуюсь. Хороший выбор. Слушаюсь и повинуюсь. Так, я бы предложил чувакам его полностью убить. Так. Че, моя цель построить много БЕшек. Да-да. Нужна древесина. Нужна древесина. Нужна древесина. Золото. Блин, а мне дерева не хватает. Пипец как. Че надо, халяй? Нужда клавесина. Побольше. Так, ты че у нас? Давайте что ли не будем мажорами, воскресим героя из алтаря. Слушай, так, ну что, пойду, похарасим его. У. Эльф. Да. А эльф-то хитер. Да, повелитель. Шадеска. Здесь что у нас? Выбор. Здесь вообще пусто. Да. Хороший выбор. Так, лесопилка строится. Угу. Наша цель будет построить как можно больше бетрайдеров. Что прикажете? Слушаюсь и повинуюсь. Хороший выбор. Слушаюсь и повинуюсь. Дело сделано. Ну, оранжевого мы нормально замесим. Ну, потому что он как псих вообще, он какой-то вообще ненавистный. Обычно ФФА они стараются кого-то одного прям добить. Ну, вначале, если вы кого-то одного добили, замечательно. Хороший выбор. Нифига себе, у него реакция, блин. Слушаюсь и повинуюсь. Жесть какая. Да. Что прикажете? Дело сделано. Так. Что прикажете? Ну что, сейчас регенимся. Шодиска. Да. Нормальненько. Будем воскрешать да. себе побольше бетов. Да,
повелитель. Тебе можно вообще лимит виверн построить. Чего хочешь? Яростных. Что прикажете? Так, ну что, возвращаемся потихонечку на базу с своими пацанами. Я готов. Будет исполнено. Да. Воскрешаем героя. Да, повелитель. Так, даже его добивать не буду, чтобы... Слушаюсь и повинуюсь. Да, хороший выбор. Слушаюсь и повинуюсь. Ну что, смотрите, пока все не любят оранжевого, я могу спокойно развиваться. Я сильно развиваться не могу, потому что у меня не так много баз. Но, по крайней мере, что-то я могу. Я могу построить бэтрайдеров. Я могу построить Таурена. Да. Хороший выбор. Давай экспанда, да, кто-то там все. Хороший выбор. Слушайте, хорошо бы еще один воткнуть-то так незаметно. Че надо, хозяин? Что прикажете? Так, давайте полечим. Хороший выбор. Трайдеры потихонечку строятся, герой строится, отлично. Да, повелитель. Так, давайте вот эту базу. А, можно вот эту, кстати, базу. Эта база как бы на нейтральных водах находится. Поэтому, в принципе, можно ее себе экспроприировать. Да. Как-нибудь так по-незаметненькому. Отлично. Хороший выбор. Так, трех рабов туда ведем. Дерево более-менее хватает. Построим еще одного рабочего, чтобы строить производственные здания. Че такое? Лимита нету. Чего хочешь? Дело сделано. Трепещите, враги. Враги. Сейчас. Будет исполнено. Да, так, ты у нас иди затаривайся чем-нибудь. Уже можно венец благородца, в принципе, продать. Так. Не надо тут из лимитов выходить. Золотой рудник обрушился. Да, лол, вы издеваетесь, что ли? Че надо, хозяин? Куда он обрушился? Угу. Как он обрушился? Да. Так, вы тут рубите. Этот рабочий построенный. Тауренницу нам сделает. Так, все, Таурены, много бэтрайдеров, все, без всяких там. Ой, лол, не, подождите, рано пока. Из лимита пока не выходим. Чуть золота у меня довольно много, оно добывается. Так, что, продаем эту тему? Слушаюсь и повинуюсь. Так, хорошо бы вот этот экспанд бы занять. Но там, наверное, андед. С андедом мы драться пока не можем. К сожалению, а то он нам покажет. Верно. Иду. Так, я не буду сейчас участвовать в этих бесполезных битвах. Блин, что здесь добывают, драться не могу. Слушаюсь и повинуюсь. Хороший. Ууу, халявка же. Здесь же халявка. Давайте разведаем. Ой-ой, гарга стоит. Не будем его убивать. Так, ну все. Наша цель. Много бетов. В общем-то все. Сейчас уже, наверное, надо еще два логова достроить. А, вот одно строится. Чего хочешь? Все, выходим из лимита. Дело сделано. Дело сделано. Да. Что прикажете? Отлично, база. Этого мы можем спокойно месить. Правда, единственное, я задолбаю здесь выносить главную базу. Хотя, смотрите, рубим весело. Что прикажете? Как-нибудь вот здесь вот поставим. Так, здесь мы пацана ведем сюда. Слушаюсь и повинуюсь. Охранят меня мои предки. Отлично. Я прилетел. И он... One o'clock.
Ну, типа... Хороший выбор. А, хотя... Знахаря знали? Точнее. Ну что? Текс. Что, у нас еще остались эти хилочки? Что прикажете? Кто на очереди? Ну что, мы ставим свитки свои стандартные свитковые слоты. Блин, ну слушайте, я как-то умудрился отстроиться. На каких-то манипуляциях непонятно. Так, нет, Минотавр. Сотню мы пока выходить не планируем. Нормально, чё? Ой, блин, здесь лишние рабы. Угу. Ну, дерево чё. Подобываем. Так. Ну чё, здесь надо делать грейды, понятно. Блин, бэтрайдеров мало, пипец. Но... Атаковать мы пока не будем. Хевно мани. Ну и нормально, тут не надо было выпендриваться. Слушаю. Убивать вольных громадян, сведомых. Что надо, хозяин? Угу. Шерф Муноль. Мне кажется, этот человек как-то связан с Российской Федерацией. Да. Слушаюсь и повинуюсь. Против него уже ввели санкции. Хороший выбор. Ну что? Слушаюсь, еще 3 таурена. Еще выйдем 2 тауренами и кучу бетов. Ты, блин, что-то у меня все в рабочих похоже. Че надо, хозяин? Угу. Че надо, хозяин? Чего трех рабов. Да-да. Вести на отдачу. С удовольствием. Да, повелитель. Так, ну что, дерева вроде хватает более-менее. Прикажете? Бэтрайдеров сделаем очень много. Да. Здесь у меня и довольно много хп. Завершено. Верно. Здесь хилка тоже есть, в принципе. Иду. Так, ну что, если что, 2 таурена, 2 доктора. Быстрее было бы отдаться как-нибудь самому. Так. Да-да. Я, чё ты надо, чё? Хозяин? Вы что делаете, дикие? Хорошо. Ещё можно 2 рабочих отдать. Что-то мне кажется, что здесь ни одного рабочего не хватает. Да, здесь одного рабочего не хватает. 4 раба добывает. Так. Чё надо, хозяин? Хорошо. 2 экспанда тут, но у меня золота довольно много скопилось. Так, ну чё, чувак, давай устрой харакири. Рабочим. Что прикажете? Так, и за счет вот этих вот 3 мы кадоем. Да. Чё надо, хозяин? Да. Нас атакуют. А. Да. Да. Шодыска. Я это... Ой, что будем жечь? Чёртов Хуман, блин, не хочу с ним драться. Нас атакуют. Ты начальник, как скажешь. Зря рабов отдавал. Отлично. Они все еще живы. Через всю карту пойдут сюда добывать. Что такое? Так. Можно еще построить кадойчика. Напрачь мой клинок. Что прикажете? Слушаюсь и повинуюсь. Хороший выбор. Все-таки неуязвимость нужна. Да, повелитель. Слушаюсь и повинуюсь. Готов. Что это вот база какая-то, она может послужить секретиком таким. То есть там можно что-нибудь... Что-нибудь то все. Хороший выбор. О, здесь Хуман уже. Гарби слышит. Ну, этого зарубили заодно. Да. Шадыска. Слушаюсь и повинуюсь. Здесь дедовские рабочие хороший пришли. Выбор. Так, ну чё. Делаем грейд на... Защиту еще одну делаем, грейд на барабаны, чтобы этот барабанил у нас. Делаем. Что прикажете? Не знаю, строить ли еще юнитов, но я могу неплохой что такой лимит выйти. Но проблема в том, что видите, сейчас... While killing me. Что приказа? Что прикажете? Слушаюсь и повинуюсь. Ну, Undead сейчас качает-то базы вообще усиленно, блин.
На меня одна. Этого мало. Зато грейды делаю. Прикольно. Минотавры будут плюс 10 атаки с грейдом на барабан. Да лол, он задолбал меня. Что прикажете? Хороший выбор. 1000 голд. У меня побольше, но блин, мне надоело, что мне постоянно убивают базу. Да, повелитель. Хороший выбор. Да. Сейчас ты что базу места? Точно не будешь иметь. Слушаюсь и повинуюсь. Давай сюда пока выйдем из лимита, что ли, еще. Да, прикажете. Лол. Что места? Да. Слушаюсь и повинуюсь. Так, драка за 2 экспанда. Undead выиграет, конечно. Надо как-то вот добить хумана, потому что он дикий, мне не нравится. И убить андеда. Для того, чтобы убить андеда... О, ничего себе, блин, здесь точка сбора, я не видел. Для того, чтобы убить андеда, мне нужны бычки. Бычки диспелят. Иначе его чуваки под скоростью атаки покажут мне, что я не прав. Слушаюсь и повинуюсь. Жалко, что Хуман харасит именно мой экспанс. Это, конечно, выбор. Минус очень большой. Шодиска. Да, повелитель. Слушаюсь и повинуюсь. Хороший так, выбор. А что тут вот здесь вот что? Шодиска. Танк. Что прикажете? Явился по твоему зову. Все, командир. Что прикажете? Хороший выбор. Слушаюсь и повинуюсь. Шодиска. Слушаюсь так, и повинуюсь. Так, что здесь у нас-то? Здесь у нас база не будет? Слушаюсь и повинуюсь. 300, ну где тут база-то? База не база. Выбор. Да. С кого начнем? Что тебя беспокоит? Так, ну давайте заодно этот грейд тоже сделаем. Да. Да, повелитель. Так, а этот хороший здесь базу выбор. Устраивает-то, блин. Один я без, безбазовый. Слушаюсь и повинуюсь. Надо поучаствовать героям в... О, паукан здесь дохлый откуда-то. Но это небось Хуман своими героями нереальными. Хороший так, здесь выбор. Вырезаем снова. Басу. Да. Что надо, чтобы они там друг друга убили, короче. Так, ну чё? Да, в принципе, я сейчас всё равно ничего не добываю, можно туда строить ещё бетов. Двух тауренов. Итак. Да, повелитель. Надо как-то орка убить, я не знаю, как это сделать, честно говоря. Что прикажете? I kill last exe. Да, проблема, видите, в том, что у меня беты-то взорвутся, это такой лимит. Что прикажете? Невозобновляемый, скажем так. То есть они взорвались и взорвались. Конечно, у меня есть еще деньги на восстановление армии один раз. Базу эту уже добьем. Здесь золота почти нет. Да. Что прикажете? Да. Но я, правда, в начале игры неплохо накачал золото. Птица гордая, пока не пнешь. Орел, птица гордая, пока не пнешь, не взлетит. Земля прикольно. Дает мне силы. Так, ну что, здесь двух диспельщиков. Можно постройте логово. Постройте логово. Что там по логовам у нас? Что прикажете? Так, ну что, прикольно. Да. Слушаюсь здесь и повинуюсь. Так. Постройте логово. Дело сделано. Да. Шодиска. Хороший выбор. О, танчики. Басу. Танчики мы режем. Это 8-й уровень.
Ну танк никуда от нас не уйдет, мы его замедляем. Да лол. Слушаюсь и повинуюсь. Я прилетел. Хороший выбор. Что там по вертолетикам? Слушаюсь и повинуюсь. Шадеска. Вон они. Да. Явился по твоему слову. Шадеска. Да. Так, ну чё, есть вот шахта, которая очень живучая, и она у эльфа. Что прикажете? Base on... Сколько это? 4 on clock. Да. Тут база. Слушаюсь и повинуюсь. 6 тысяч золота еще, видите? Хороший выбор. Слушаюсь. Я типа такое обозначил свое недовольство. Да. 6к... Эльф. Да, повелитель. Слушаюсь и повинуюсь. Ой, лол. Так, пацаны, пацаны, забить. Эльф. Да. Сейчас спалится, что все русские. Но мне кажется, что он этот не русский. У него, знаете, у него такая вот неадекватность, она характерна. Ну, то есть у нас тоже, к сожалению, как и в любой стране, много неадекватов. Но неадекватность андеда такая вот иностранная. Слушаюсь и повинуюсь. Сделать грейс этим на зажигалке. Да, повелитель. Хороший выбор. Харасит тебя. Слушаюсь и повинуюсь. О, здесь уже ничего нет. Хороший выбор. Да. Я бы с Хумана бы сам похарасил бы. Слушаюсь. Ну что, у меня сотенка такая отборная. Ёпрзете, что же я тупил-то? Так, 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 пацаны, изучаем грабеж. Все, сейчас пойдем. Чего же я забыл-то про грабеж-то? Про самое прикольное. Сейчас будем грабить караваны. Что прикажете? Да что я опять в этом? Хороший выбор. Лол, я забыл про грабеж. Зачем мне ресурсы вообще? Будем грабить. Кого-то бы отдать бы, конечно. Да, повелитель. Что надо, хозяин? Хотя у рабочих тоже нормальная атака. Да. Они будут грабить у нас. Так, что там по грабежу? Ща будем зарабатывать. Причем грабежу, насколько я понял, пофиг на расходы ваши. Бей! Угу. Попробуй. Исследование завершено. Исследование да, они не очень. Угу. Не очень они грабят, боюсь. Все-таки надо трех пацанов отдать. С удовольствием. Ну, 1500 дерева уже достаточно. Что прикажете? Карада! Чего хочешь? Хуман, видите, агрессивный, таких очень ФФА не любят, которые дерутся. Ну, то есть вначале, если вы кого-то одного вырезаете, это для вас круто. Но потом вырезать кого-то одного особо смысла нет. Поэтому тех, кто вот так вот что тебя беспокоит? Идет до конца драться, убивает, таких обычно наказывают. Что прикажете? Да! Слушаюсь и повинуюсь. Я это... Так, с Ctrl 2. Ну? Ctrl 3. Да! Хороший выбор! Да! Да, повелитель. Ctrl 1. Хороший выбор! Чем могу служить? Не, подождите. Походу, шаманы у меня не помещаются все-таки. Чем могу быть полезен? Где враг? Так, Ctrl 1. Слушаюсь и повинуюсь. Блин, а это что ли Ctrl? Мудрые слова. Ctrl 4, отлично. Слишком много юнитов у меня, но зато 100 лимита. Таких хороших. Взять так, ну чё? О! Каждый удар один голд. Ну хотя да, это не очень много. 250 ударов он себя купил. Круто. Так, что там? Там против меня, что ли, уже? Лол, они против меня собрались. Лол, no gold. Last army. And elf has expand 5k gold. Что прикажете? Лол, I... Киллет Хуман Бейс.
Такие вообще дешевые манипуляции в чате. Ну, чем могу помочь? Так. Че, командир? Подождите, вот. Что будем жечь? Ты начальник. Как скажешь? Смотрите, уже очень много юнитов, что ли, на карте, и юниты не сразу слушаются. Уже там. Давайте разведаем. Без проблем. Как скажешь, начальник. Уже там. Как скажешь, начальник. Уже так, там. Что тут по экспанту? Ну хотя что здесь экспанта строить смысла нет. Здесь голды меньше. Ты начальник. Как скажешь. Не, меньше, но мало. Так. Как скажешь, начальник. Что здесь у нас? Без проблем. Говори, вождь. За Орду! Они дерево, видите, зарабатывают. Потихонечку. Отведай, Сталин. За Орду! Да. Что прикажете? Я это... слушаю. Че, эльфа здесь уже нет? Вообще ни у кого голды нет. Так, что у меня, свитки есть? Готов, да. Неуязвимость Прикажите. Есть, только надо ее сюда положить. Что будем жечь? Так. Уже там. Ты начальник, как скажешь. А вот же еще где грабить можно. Уже там. Ты начальник, как скажешь. Хуман. Что прикажете? Он. Четыре. Да, повелитель. Слушаюсь и повинуюсь. Во славу пылающего клинка. Хороший выбор. Совеска. Блин, а ему пофиг. Слушаюсь и повинуюсь. Совеска. Хороший выбор. Fight with him. Да. Совеска. Я думал, вот он уже пишет, почему ты не приходишь на плейф в нет. Так, ну давайте это убьем, опыт получим. Хороший выбор. А фиг тебе. Совеска. Карада! Слушаюсь и повинуюсь. Так, да, давайте видите. Всем Ctrl-1, придем сюда. Хороший а, вот он уже выбор. Ушел, в общем-то. Да. И не надо ничего. Прикажете? Так, волчара у нас сюда бежит. Рабочий тут что-то... Ой. Чего хочешь? Это нету. Угу. Да, повелитель. Волчара, конечно, зарабатывает не с той скоростью, с которой бы хотелось, но, по крайней мере, так, давайте... Нужно? Хотя, ладно, нормально. Да, прикажете? Останавливаем хп-ман, но игра пипец как затянулась, конечно. Надо бы Хумана добить, а дальше у нас остается трое. Слушаюсь и повинуюсь. Непонятно, что делать. Да, слушаюсь и повинуюсь. Что прикажете? Ой. Хороший выбор. Слушаюсь и повинуюсь. Хороший выбор. Воу-воу-воу. Да, слушаюсь и повинуюсь. Так, отстаньте от меня. Я хороший. Эльф такой, типа, смотрите, у меня одна дриада. Я уверен, там у него юнитов столько же, сколько у меня. Он такой, типа, ну, пацаны, ну, одна дриада, как бы, ну. Блин, как мы, пацана, гасим, а? Куда он? Летел куда? Вон он. И повинуюсь. Нет, нет, сейчас же меня косанут нафиг. Хороший выбор. О, отлично, я ушел из-под радиуса вертолета. Слушаюсь и повинуюсь. Шодиска. Эльф в шоке. Ой, Хуман в шоке, конечно. Хороший выбор. Лол. Да. Шодиска. Да. Хороший выбор. Так, надо сбегать за неуязом. Как прям все заботятся друг о друге, чтобы этого чела вынести. Что-то, я не понял, мне гол-то особо... А, уже по два. Ферма быстрее сносится. Так. Что прикажете? Говори, вождь. Что прикажете? Шодиска.
Хороший выбор. Слушаюсь и повинуюсь. Хороший выбор. Да, хороший выбор. С кого начнем? Так. Да. Что прикажете? Че, уходим в инвиз? Манку себе регеним. Этот пацан тут у нас все. Не, ну что там, он свою стоимость окупит, по крайней мере. Беток у меня много, чтобы... Достаточно, чтобы взорвать. Что прикажете? Что прикажете? Слушаюсь и повинуюсь. Блин, а че манта не становится? Я вроде стоял довольно близко. Колодцы. Интересно, какие вам игры больше нравятся? Когда я там быстренько за 40 минут солью, или когда я уже все слил, а потом отстроился, не ливанул? Вертолеты бесит, надо убить вертолеты, тогда у него нет никакого обнаружения меня. О, вот я один такой вижу. Так, тогда уже убиваем его. Отлично, 8 уровень, вертолет убили, получили 8 уровень. Идем регениться опять. Что прикажете? Чё надо, хозяин? Да, повелитель. Что нужно? Блин, этот спалился, его сейчас убьют. Уходим в дома. Что прикажете? Прячься в дома по старой стратегии. Сетки здесь нет. Да. Что прикажете? Потратил золото? На что ты потратил? Лол, он поймал его. Всадник, беги, друг. Вперед. Отведай, Сталин. Блин. Лоздряц. Да, конечно, тут у каждого по сотне, каждый говорит, что у него ни черта нет. Ох уж эти ФФА. У каждого по сотне. Слушаюсь и повинуюсь. Солдатка. Да, повелитель. Слушаюсь и повинуюсь. Кто на очереди? Что прикажете? Ну что? Что приказал? Будет исполнен. Блин, вот гад, а? Что случилось? Земля, помоги мне. Отличный план. В чем дело? Вот, точнее, вот так я хотел. Да, явился по твоему слову. Земля дает мне силу. Да, по славу пылающего клинка. Что прикажете? Чем могу быть полезен? Кто на очереди? Что приказали? Да, лол, убил лечением, смотрите. Я такое тоже бывает. Да, повелитель. Хороший выбор. Слушаюсь и повинуюсь. Файт. Да. По славу пылающего клинка. Шодиска. Да лол, прячься. Друг. Таурена потерял, а? Ну бас. Да все, ладно, я его воскрешу потом. С кого начнем? Я видел это во сне. Да, повелитель. Кто на очереди? Что прикажете? Что случилось? Так, Сетурена воскрешаем. Вижу. Ну, мои потери герой Турен и манна. Так больше ничего не потерялось, в общем-то, потому что Турен воскрешается. Вот оно что. Хотя что-то одного этого щеманули, или я его не построил просто. Да, повелитель. Да. Хороший выбор. Слушаюсь и повинуюсь. А хотя что мне так манну установить? Да. Вот этому пацану надо так манну установить. Где краб? Так. Иду. Что, восстанавливаем? Что прикажете? Хочу с кем-нибудь подраться. Мне понравилось, честно говоря. Мне сложно так играть, потому что я люблю драться. Шодиска. Да. Явился по твоему. Да. Да, повелитель. Останавливаем здесь манку. Что прикажете? Пользуясь невидимостью. Хочу уже кого-нибудь щемануть. Чего хочешь? Да. Все, эти пусть тоже идут на заработки. Да. Шодиска. Слушаюсь и повинуюсь.
Вандеда тут сколько, блин. Хотя, не так все это и опасно. Да-да, я думаю, я смогу выиграть. Шодиска. Хороший выбор. О, вертолетик. Слушаюсь, вижу вертолетик. Карада. О, что прикажете? А тут они. Шодиска. Слушаюсь и повинуюсь. Да, лол, нет. Так, пойду вертолет убью. Они мои личные враги. Слушаюсь. Сколько их? Повинуюсь. Да, прилетел. Да, хороший выбор. Да, хороший выбор. Так, вы куда? А, на заработки. О, бесконечная игра какая-то. Хороший выбор. Слушаюсь. Хочу уже подраться с кем-нибудь и кого-нибудь убить. Шодиска. Хороший выбор. Да. Шодиска. Там 10-10-10, нет, 10-8-9. 10-9-8. Слушаюсь. Даже. И повинуюсь. Так, чёрты вертолетики. Идите сюда. Карада! Да ло! Как, куда ты бежишь-то, друг? Да. Слушаюсь и повинуюсь. Шодиска. Карада. Так что ты их не бьешь-то? Так, все, бежим. Слушаюсь на базу. И повинуюсь. С одной дрядой ходит. Понимаете, если он ходил чисто героями, то есть, типа, как бы, ну, блин, у меня, я только героями хожу, армия на базе. А когда он ходит с одной дрядой, типа, ну, пацаны, последняя дряда, а. Че у меня? Ну, что? 5 тауренов, в принципе, нормально. Главное расконтролить. Да. Что это такое? Это не ненависть. Да. Это ненависть. Блейдмастер меня, конечно, нарежет. Блейдшторм там всякие. 200 маны. Да, Шодиска. Слушаюсь и так, что там по вертолетикам-то? Хороший выбор. Вертолетиков больше нет? И повинуюсь. Вертолетики сделаны, вертолетиков хороший больше нет. Выбор. Шодиска. Хороший выбор. Да. Так, что там? Реально больше вертов нет? Выбор. Это же хорошо. Слушаюсь и повинуюсь. Да. Шодиска. Банзай. Хороший выбор. Слушаюсь и повинуюсь. Да. Шодиска. Отлично. Да. Я могу хоть за ним хороший выбор ходить. Таким. Тиририрюм, тиририрюм, тиририрюм. Мы ходим, мы бродим коридорами судьбы. Шодиска. Отлично, молоток кинули. Режем. Шодиска. А вот если тебе, блин, у него мана до чертища. Шодиска. Слушаюсь и повинуюсь. Просто лол, это такая травля, пацана. Хороший выбор. А я тут все туда-сюда. О, можно вот. Наверное, вот есть здесь какая-нибудь центральная, чисто такая центральная точка, чтобы мана и хп регенились. О, да, она есть. О, да. А эти все рубят. А чё? Чё золото не прибавляется? А, вон, лол. Это они с такой скоростью грабят, что ли? Что прикажете? Ну, понятно. Да. А почему? Чё-то, куда мне золото ушло? Я, по-моему, последний раз кого-то заказывал. Что тебя беспокоит? Да, повелитель. Странно как-то. Хороший выбор. Ну, когда мы добьем этого Хумана? Я хочу добить Хумана, подраться с Андедом. Хороший выбор. Слушаюсь и повинуюсь. Шодиска. Слушаюсь и повинуюсь. Да. Вертолет. Оп. А вот и фиг тебе. Бумс. И повинуюсь. Ты кидал стан? Шодиска. Нет, ты не кидал. Слушаюсь и повинуюсь. О, хавки. Шодиска. Слушаюсь и повинуюсь. Хороший выбор. Да, знал бы, что и повинуюсь. Знал бы, что так затянется.
Что прикажете? Хороший выбор. Я бы построил кучу этих. Хороший выбор. Осу. Хороший выбор. Ой, лол. Че тут панда, блин, 7-й левел панда? Не очень. Хороший выбор. Да. Слушаюсь и повинуюсь. Да. Да, он реально почти мертв. Оп! Давай, стан. Ой, лол, стан не такой, я имел в виду. Талка чувствует. Слушаюсь и повинуюсь. Осада замка. Слушаюсь и повинуюсь. Хороший выбор. Оп-оп-оп. Садись-ка. Так, ну чё, он где-то здесь? Хороший. Будешь кого-нибудь ловить? Садись-ка. Хороший выбор. Так, ты так, все. Слушаюсь. Сейчас мне поработят иначе. Так, ну-ка, драка. Хороший выбор. Слушаюсь и повинуюсь. Садись-ка. Я вроде его не трогал. Слушаюсь и повинуюсь. Блин, я, конечно, могу с героями прийти, но просто этот парень у меня, несмотря на наличие двух медалей за отвагу. Так, знаете, надо все-таки пройтись по магазинам, купить слиточков еще. Вот в этот сходить, там все равно никого нет. Что прикажете? Ну чё, по драке-то, у меня Blade Master закатится внутрь, начнет крутиться. Да. А эти уже забрили. Да, повелитель. He's killing me? На кого он может там киллинг? Везет, что дровка не шестая. Была бы дровка шестая. Этот Дредлорда потерял. Но он не такой сильный. Эльф, мне кажется, сильнее. Ну, самый сильный по скиллу именно Хуман. Поэтому мы его тесним. Потом идет эльф. Потом, наверное, я. Потом, наверное, Андед. Мне кажется, вот так вот. Хороший выбор. Ну, Андед — это сильная армия. Он с них ходит, все дела. Хороший выбор. Шодиска. Хороший выбор. Карада! А, лол, я думал, он сейчас кинет молоток, но нет. Блин, я так старался, бил, он взял, полечил. Мне кажется, это нечестно. Конечно, могу повертеться здесь. Так, что тут? Варды он возьми. Продай их. Кто меня тут атакует? Встанем в уголке. Не будем. Здравствуй. Так. Так, так, так. Отлично, все, затарились. Свиточек сюда, инвул сюда. Что прикажете? Хороший выбор. Слушаюсь и повинуюсь. Садись-ка. Да. Слушаюсь и повинуюсь. Я ж спрятался. Я же жал. Да. Ну, хоть танк дайте забрить. Задолбали, я хочу что-нибудь убить. О! Да. Кстати, с мечом на танк. Хороший выбор. Давайте ферму тут сломаем. Фэри бейс. Да. Что прикажете? Слушаюсь и повинуюсь. Да. Хочу лема забрать. Да, прям очень хочу. Садись-ка. Слушаюсь и повинуюсь. Еще одного тут. Ну-ка, ну-ка. Да. Блин, мы убьем его сегодня или нет? Банзай! Ой, Лем, халява. Ну, блин, и Лема-то зачем лечить? Хороший выбор. Да. Да, да не может быть. Хороший такой выбор. Ламдед, что не делает Ламдед? Да. Что приказа?
Да, неплохо он мне здесь забрал. Я видел это во сне. Вот оно что. Мать земля, помоги мне. Но... Да, я ошибся. Ты начальник. Значит, Андеда. Короче, надоело. Пойду отдам себя об Андеда и ливану. Ну как-то что-то не победить мне. Здесь. Мой клинок. Что случилось? Вижу. Так, а давайте, знаете. Да. 6-1. Что это случилось? Вот Ctrl-1. Да, вождь. Понял. Ctrl-2. И бета Ctrl-3. Слушай, ты надоел мне. Чем могу помочь? Надоел. Блин, а чё? Я видел это во сне. Я готов. Что прикажете? Как я и предвидел. Слушаюсь и повинуюсь. Что приказали? Где враг? Да. Что будем жить? Что прикажете? Прикажете? Да блин, это сайленс, пипец. Верно. Будь исполнен. Не хватает маны. Не хватает что маны. Что показали? С колонок. Я готов. Да а где ты танцуешь-то, лол? Прикажете? Да как, не доставало что ли? А, сайленс был. Сейчас. Да. Что приказа? Будет исполнено. Да. Да, повелитель. Наш герой умрет. Накрадабаш. Что прикажете? В чем дело? Да, повелитель. Короче, нет, ошибался я насчет Хумана. Хороший выбор. Хочу. К сожалению, он сильнее меня. Славу пылающего клинка. Ну, как-то странно. Я вроде танцевал румбу в нужном месте, но сайленс слишком жесткий. Да, ГГ. Хороший Undead. Ну, что ж, пацаны, попались неплохие противники, с ними сложно что-то сделать. Тем не менее, вроде жил я какое-то время, но все равно не удалось мне никого победить. Давайте посмотрим по золоту. Мне очень интересно, что там по золоту. Золото добыто я на втором месте, самое смешное, после Undead. То есть я добыл больше, чем они. Ну, хотя там мы все вчетвером не сильно отличаемся. Хорошо, пацаны контролят. Сложно что-то сделать. Сайленс очень долгий. То есть практически вы больше стоите в сайленсе, чем вне сайленса. Надо типа как его диспейлить. Но, видите, не хватает мне контроля. Беты все в сетке. Ну, то есть пацаны играют варик более активно, чем я. Вот такой вот получился долгий ФФА, конечно. Хотелось бы победить. В итоге, ну, любому из четырех хотелось бы победить, но выиграет, скорее всего, Undead, потому что он действительно неплохо контролит, он собрал больше всего золота, и учитывая, что мы давно не разменивались армиями, у него как минимум на одну отстройку есть. У Хумана нету ничего, эльф, не знаю насчет эльфа, но у Undead больше золота потенциально, ну, вот, в общем-то, и здесь видно. Вроде как, знаете, 40 или 46, но мы всю игру разменивались, теряли войска и так далее. Эти 6 тысяч просто плюс 6 тысяч. Плюс еще, смотрите, у него нереальные содержания армии, 24 тысячи. У меня 7 тысяч. Да, жестко. Жестко очень получилось. Ну, что насчет финального сражения? Лучше бетов взрывать, то есть впереди армия, чтобы пауки не могли с бетов ловить, только потом беты. Диспелить сайленс для того, чтобы чаще кастовать. Блейдмастером крутиться, Таурэном... топать, чаще использовать лечение, использовать свитки неуязвимости. Но я как бы думал, что Таурен все неуязвимо, а взяли сайленс, кинули и все. И жопа ульт прервался, к сожалению. Вот. Ну так-то больше бетов, конечно. Именно беты, видите, рассчитаны на одну драку, а потом надо их подстраивать. В этом проблема бетов. То есть вы взорвались, и... а он, видите, он... я никого особо не взорвал, он там кого отличил, кого еще что-то, кого в сетку поймал, убил. И беты такие, они вот вы подрались один раз, круто, потом надо их достраивать, а ресурсов-то не было, хотя можно было бы, в принципе, достроить, но что-то не получилось. Ну ладно, друзья, всем счастливо, до новых встреч, с вами был 1-2-кхаус.